Всемирный фестиваль молодежи – одно из ярчайших событий в 2024 году. В Сочи приедут более 10 тысяч человек со всей страны и столько же жителей различных стран и континентов. Из Ульяновска на ВМФ поедут 120 участников и волонтеров. Все заряжены, ждут новых знакомств, знаний и встреч. Я знаю, что там будет много-много звезд, и хочется увидеть своими глазами. Я знаю, что там будет много творческих личностей, певцов, поэтому хочется побывать на их выступлениях. Ну и, конечно, там будет, это же Всемирный фестиваль молодежи, там будут ребята, студенты и преподаватели из других государств, из других вузов, других регионов. И хочется как можно больше пообщаться, их узнать и потом сохранить эти контакты. Программа фестиваля обширная, от лекции до концертов. Каждый участник представит свое направление. Творчество, волонтерство, бизнес, медиа, образование, наука, международное сотрудничество, культура, спорт и благотворительность. Я еду в направлении общественной деятельности, потому что я являюсь председателем курсантского совета своего института. Также я состою в молодежном правительстве Ульяновской области. Ну и в целом я довольно часто принимаю участие в различных мероприятиях, пишу гранты, помогаю что-то организовывать и так далее. Задача делегации не только получить знания и полезные знакомства, но и рассказать участникам фестиваля об Ульяновском регионе. Ульяновская область будет представлена на выставке Всемирного фестиваля молодежи. Также там будет проходить платформа «Арт молодости» по представлению коллекций наших российских молодых дизайнеров. И также мы будем налаживать взаимодействие с БРИКС, потому что в июле этого года пройдет большое событие в Ульяновской области – молодежный саммит БРИКС. Чтобы попасть на Всемирный фестиваль, каждому пришлось пройти серьезный отбор – заполнение анкеты о достижениях, написание эссе на одну из тем и подготовка видеовизитки. Самые активные, творческие и перспективные уже собирают чемоданы, чтобы отправиться в Сочи навстречу возможностям. С напутственными словами к молодежи обратился губернатор Алексей Русских. Ну, успехов, там же будет много конкурсов, и Ульяновская область будет представлять пункты спортивные соревнования и творческие различные мероприятия. Я учитываю то, что мы всегда были лидерами и уверены, что вы на этом всемирном форуме молодежи покажете и представите нашу Ульяновскую область в самые лучшие стороны. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в городе Сочи на площадке образовательного центра «Сириус». Светлана Карпухина, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.